До начала отопительного сезона остается не больше 2 месяцев. Чтобы зимний период прошел благополучно, все ремонтные работы проводят заранее, летом. Обновляют трубы, тепловые пункты, ремонтируют котельные станции. Готовность Хима к предстоящему отопительному сезону проверил вице-губернатор Московской области Евгений Храмушин совместно с главой городского округа Дмитрием Волошиным и профильными ведомствами. Осмотрели котельную на улице Лавочкина, пообщались с сотрудниками и провели противоаварийную тренировку. Все проблемные участки, которые были по прошлому году, по предыдущим годам выявлены по зиме, сегодня практически либо отремонтированы, либо находятся в ремонте. По госпрограмме так называемые штабные мероприятия, у нас 159 мероприятий, 19 завершено. Основной срок сдачи – это 1 октября-15 октября. А это котельная на Нагорном шоссе. Здесь также идет подготовка к отопительному сезону. Основные работы по подготовке оборудования уже завершены. Впереди пробные запуски системы. Мы готовим, продолжаем подготовку. У нас еще идет реализация инвестиционной программы. Мы закончили все этапы гидравлических испытаний и также провели температурные испытания. Была проверена работа котлоагрегатов, введение документации и параметров, которые в данный момент у нас в работе. На сегодняшний день в Подмосковье подготовились к отопительному сезону на 86%. Такой вердикт вынес вице-губернатор. Чтобы все работы закончились вовремя, увеличат количество аварийных бригад. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.